За круглым столом специалисты Северокавказстата, Министерство труда и социального развития, педагоги-психологи, а также студенты многопрофильного колледжа обсудили тему «Семейные ценности, дети и родители». Альбина Ламкова продолжит тему. Наверстать все упущенное и восстановить некоторую цепочку всех событий, которые происходили в нашей семье. Жестокая расправа над дедом оставила, получается, его родных детей без отца. Амалия Багова узнала много интересного о нелегкой, но достойной жизни предков, об испытаниях, выпавших на долю ее семьи. Она говорит, что человек как дерево, силен своими корнями. И это несомненно, так как история каждой семьи заслуживает внимания. А изучая свои корни, мы познаем себя, свое место в этом мире. Тем самым из малой истории рождается большая история страны. Фундаментом для крепкого государства служит сохранение и защита семейных традиций. Было отмечено в ходе обсуждения темы семейной ценности «Дети и родители». Для любого человека семья играет огромную роль в его жизни. Мы растем, становимся личностями в семье. Семья, по сути, делает из нас настоящую личность. Ну, для меня, наверное, ничего важнее все-таки нет. За круглым столом говорили о понятии семейных ценностей. Обсуждали и анализировали, насколько они важны. Источником исследования и представления об образе жизни каждого человека служат цифры. Формируют данные Росстат. Изучая количественную сторону массовых общественных явлений, можно будет иметь картину и о ее качественной стороне. Задача статистики – это формировать официальную статистическую информацию обо всех явлениях общественной жизни, в том числе и демографических процессах. И, естественно, жизнь семьи, она проходит через наши цифры также. И мы захотели поделиться своей информацией официальной статистической с заинтересованными пользователями и понять, насколько она им доступна, насколько она им понятна. В оживленной дискуссии были затронуты задачи сотрудничества органов власти различного уровня и общественности, родителей и педагогов некоммерческих организаций и научно-образовательных центров в деле воспитания и обучения молодежи. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести Карачаево, Черкесия.